Накануне был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом области, фондом развития предпринимательства «Дому» и банками второго уровня в плане реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Меморандум будет способствовать вложению финансовых средств в малый и средний бизнес. Предприниматели теперь будут получать дополнительную поддержку в виде финансирования, гарантирования и субсидирования. Открывая совещание, глава области подчеркнул, что дорожная карта бизнеса 2020 является практическим инструментом реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития. С информацией по данному вопросу выступил начальник управления предпринимательства и промышленности Ержан Тимирханов. По его словам, подписанные в 2010 году соглашения о сотрудничестве по субсидированию и гарантированию кредитов с Министерством экономического развития и торговли Республики Казахстан, фондом «Дому», а также банками второго уровня позволили на местах скоординировать работу с филиалами банков, задействованных в программе. В целом, в рамках дорожной карты бизнеса 2020 региональным координационным советом именно на субсидирование и гарантирование одобрено 195 проектов. В отраслевом разрезе по количеству проектов наибольшую долю, это 48%, занимает обрабатывающая промышленность, транспорт 22%, здравоохранение 8% и сельское хозяйство 7%. На совещании обсуждались такие вопросы, как на предприятиях, поддержанных по дорожной карте бизнеса 2020, сохранено около 25 тысяч имеющихся и создано более 4 тысяч новых рабочих мест. За 9 месяцев текущего года объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, составил 319 миллиардов тенге с ростом на 5,8% к соответствующему периоду прошлого года. Кроме того, мы будем просить и создавать 7 субзон в нашем регионе, в Карагандинском регионе. На сегодняшний день выделенных 534 гектаров земли свободной экономической зоны категорически не хватает на реализацию всех желающих. Мы сегодня размещаем на этой свободной экономической зоне где-то около 11 проектов. Затем состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматом Карагандинской области, фондом развития предпринимательства «Дому» и банками второго уровня «Альянсбанк» и «Народный банк Казахстана». Ирам Гусалкимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.